Владельцы действующей теплицы намерены расширить и модернизировать производство. На заседании Координационного совета в городском акимате были рассмотрены ряд новых проектов малого и среднего бизнеса. Далее в материале нашего корреспондента. Свежие огурцы от местных производителей на столах карагандинцев не мечта, а реальность. Это станет возможным благодаря карте бизнеса 2020. Пока что теплица, расположенная в Октябрьском районе Караганды, не может выйти на запланированную мощность из-за некомплекта. Отсутствие системы увлажнения воздуха, хотели урожай, отсутствие системы подкормки СО2 углекислым газом, отсутствие возможного полного использования электродосвечивания, досветки, и малой механизации, и нет возможности создания микроклимата в теплице, автоматики паропровода. Аким города Мирам Смагулов рекомендовал руководству теплицы продавать продукцию по низкой цене, чем на рынках и в супермаркетах города. Хотя бы по себестоимости надо на прилавке давать. Об этом речь идет. А вы еще просите дополнительных средств. Вот эти вещи вам надо будет посмотреть, рассмотреть у себя. Хорошо. Аким города поручил своим подчиненным мониторить те товары, которые завозят и вывозят из нашей области, чтобы предприниматели могли реализовать свои бизнес-проекты в нишах, где образовался вакуум. Аймтора Абдина, Жанайдар Рахимжанов, Бауыржан Ермагамбетов, 5 канал.